Объявлено о выводе наших войск из Сирии. Ну, наша позиция такая. Можно вводить войска, можно выводить. Главное, чтобы был положительный результат. Если сегодня путем объявления пока еще о выводе даст импульс мирным переговорам и будут приняты какие-то решения, это хорошо. Но я востоковед. Хочу сразу сказать, никогда там мира не будет. Разные народы и разные веры, и они бились насмерть 1000 лет. Поэтому с какой стати они будут мириться и жить? Тем более абсолютно непримиримые отношения между турками и курдами, между арабами и курдами, между арабами и персами, между суннитами и шиитами. И христианами издеваются, и алавиты, и друзы, и десятки других. И как помирить все? Только в рамках империи или диктатуры. Саддам Хусейн, Хафиз Асад, Мубарак, Каддафи. Или до этого были монархии. А в рамках республики, демократии, кровь будет литься еще несколько столетий. Но, может быть, сейчас частично выведем, если обстановка осложнится и будет угроза падения режима Асада, вернем. В любом случае, нам нужен полигон для того, чтобы наша армия была хорошо обученная. В казармах и даже на обычных учениях обучить тяжело армию.